Календарная весна наступит уже совсем скоро, а значит, самое время добавить в жизнь ярких красок. За саженцами и луковичными весенней посадки горожан приглашают в садовые центры «Виктория». Только здесь вы найдете несколько сотен ярких сортов для вашего уникального цветника. Отметим, как раз сейчас самый широкий ассортимент и самое удобное время для выбора. Где именно собраны все новинки цветоводства и лучший посадочный материал, расскажем в нашем сюжете. За весенним настроением вас приглашают садовые центры «Виктория», ведь именно здесь собрана вся цветочная палитра, посадочный материал самого высокого качества. Кстати, именно сейчас наиболее удачное время, чтобы сделать необходимые покупки, выбрать нужное из широкого ассортимента. Многие из горожан, кстати, не ждут особого приглашения, садоводы со стажем знают, закупать саженцы нужно уже сейчас. Здесь хороший выбор, ассортимент от цветов, как бы я цветовод, поэтому увлекаюсь, смотрю, что новенькое, новинки есть. Вот сегодня подсказали, что пионы есть. Очень интересные, красивые. Я с удовольствием увлекаюсь очень давно. Я и родилась в саду, и живу в саду. Здесь бываю очень часто. А сегодня меня привлекают розы, новые сорта. Особенно хороший сорт «Флорибунда». Вот. Он очень устойчив и к морозам устойчив, и обильно цветет. И вообще шикарно смотрится, конечно. На полках георгины и астильбы, каллы и канны, лилейники, крокусы и величественные розы. Всего в ассортименте центра более 1000 видов и сортов. Разнообразие посадочного материала готово удивить даже самого искушенного садовода. Дорогие наши садоводы и любители, сейчас самое время покупки луковичных саженцев. У нас огромное поступление роз, спирей, гортензий, замечательный ассортимент флоксов, георгин. Пожалуйста, приходите, покупайте. Мы вас приглашаем в наши садовые центры. Ждут в садовых центрах не только профессиональных садоводов, но и тех, кто просто готов радовать своих близких. Цветы, которые можно вырастить своими руками, станут лучшим подарком в канун предстоящих праздников. И, конечно, самым оригинальным дело остается за малым – только выбрать из огромного ассортимента. Торговые центры фирмы «Виктория» работают ежедневно с 9 часов утра до 8 вечера. Евгения Салхудинова, Влад Набиев, телекомпания ТВИН.